Всем привет! 11 часов у нас. Я иду снимать белье в миску. Сразу буду его складывать. И муж тут с меня прикалывается, потому что я с облезлыми бровями. Вот сейчас корочки слазят и брови пипец. Какие облезлые. В общем, муж с меня смеется. И я подумала о том, что круто, что я это все сделала после этой 15-минутной нашей фотосессии. Потому что если бы во время фотосессии было бы такое, я понимаю, что фотошоп, но... Вот, в общем-то, вот так вот. У нас сегодня солнышко. Достаточно теплышко. Нифига себе, какие вы красавчики. Вы нашли шлемы? Папа вам дал? Мы что, на мотоцикле? Мы будем на санках кататься. Да. Когда зима. Когда зима будет? Сегодня папа уезжает ночью. Я знаю. Он вам уже сказал? В четверг. Приедет? Угу. Но это мой наговорит, как пятница, он ночью приедет. А я загадала, знаешь, когда второй класс закончил? Что? Я распутал, чтобы вы мне за 11 тысяч купили. Да? Ха. Или нет, или на день рождения я соберу деньги. Угу. А когда второй класс закончу, купите мне новую машину. Точно, Мерседес. Да, настоящий. Да не, шучу. Шутишь? Точно шутишь? Сейчас я вам скажу, что я хочу. Афонь, что происходит? Отжимаешься. Ты отжимаешься? А что за праздник у тебя такой? Просто так отжимаешься? А к нам там гости приехали, пошли встречать скорей. Ух ты. Привет. И Марик даже не стесняется. Марк, ты в таком хорошем настроении сегодня? Ну, как бы стоять, развиваться. Сразу медали. Антоха сразу медали показывает. Вот так надо, Афонь? На солнце прям жарко, да? Ну то, что ты только аккуратно, Марика не задави. Все на великах. Афоня на велике. Антон на велике. Обалденная погода. Это называется октябрь. 14 октября. Сегодня еще Покрова. О, уже поменялись? И Александр пришел. Саша же и Марик, они одинаковые же, да? Саше какого? 21 августа день рождения. А Марику в сентябре. Сашунь, отходи с дороги, Саш. Марик будет ехать. Вот, вот тут стой сбоку. Давай. Скажи, что ты взял? Трубочки? Да. Какого цвета? Зеленый и синий. И еще розовые, да? И розовые. Молодец, правильно. Какие тут классные. Да, мы к Хэллоуину готовимся, точно. Просто какие тыковки, прям как груши. И еще вот такая вот маленькая патиссончик. И вот еще какой патиссон. Вымахал, поперло не в те стороны. А сейчас я еду в магазин. Мы всех все провели, гостей. И проводили, да? Простите. И сейчас поеду в магазин, еще куплю там тушенки. Написала, в общем, кучу-кучу всего. Потому что наш папа завтра едет в Астрахань. Вот. Выезжаем с нашего хутора. Тут вид, обалденная луна и розовое небо. Я еду, как всегда, любуюсь на небо. Не знаю, на что люди любуются, я на небо. Так. У меня, кстати... механика, поэтому переключать и водить не очень удобно. Вот, даже поехала сюда, чтобы на него полюбоваться, но это просто красота. Я не пойму, это дым, походу, да? Кто-то что-то запалил, потому что вот сюда даже рассеивается. Такое ощущение, как будто туман, хотя кто его знает? Не знаю, что это. Сейчас по запаху пойму, что это дым, да. Я не могу успокоиться, все-таки
остановилась, чтобы сфотографировать это небо. Вот сейчас вот опять еду. Вот луна. Собираюсь уже не сумку. Вещи уже сложила. Вот шампунь, все тоже сложила. Носки. Вот он положил. У Гриши один замок не закрывается. Это Гришина сумка с карате. О, уже 2-0. Смотрим, Россия, Турция. Только был 1-0. Зашла уже 2-0. Купила тут всего. Влажных салфеток, чая, кофе, сахара, пакеты, в которых рыбу везти. Что еще? Цитрамон. Самое главное, одно из главных. На всякий случай одноразовую посуду. И вот такие вот кашки с агрокомплекса. Вообще даже не видела, что мне дали горох с говядиной. Не знаю, что это. Потом Сержуни расскажет, как это было. Ну, в общем, они вкусные в агрокомплексе. Уля, ты рад? Путешественник ты наш. Путешественник. Этот отпуск ты запомнишь. Да, у меня никогда такие вот. Да, насыщенным, да? Сейчас будем пробовать вишню, да? Мы малину в прошлый раз пробовали. Женский алкоголизм не изучен. Нет, это-то мы поняли. Учитывая, что я водку для кондурина использую. Так, это с вишней. Но малина, могу сказать, была обалденная, да? Какой-то такой. А вишня как? Тоже вкусно пахнет. Ну, запах вот прям как будто компотика. И пьешь, она очень сладкая. Только попадает сюда, да? А я тебе крышку, хочешь, сейчас дам специальную? Ничего. С дырочками, ну, чтобы туда вот не попадать. Вот это интересно. А, да, когда вишня там застрянет? Да, ее утыкиваешь. Вот, поэтому мне понравилась вот эта штука, я бы еще на следующий год тоже сделала. Только она быстро, да, заканчивается? Тут, получается, жидкости мало, ягод много. Ой, а жидкости вообще мало. Это уже пьяная. Нет, я икаю.